Подъехали мы к школе. Собралась пробочка. Ну, кстати, небольшая, сколько тут машин? 20, наверное. Ну, там вот туда на территорию заезжаешь. И там стоят палаточки. Я сейчас, наверное, прикреплю себе сюда камеру, может быть, поснимаю, как все это дело будет выглядеть. Вот. Ну, пока постоим у пробочки. Полина, ты в школу не идешь. Полину не могут найти. Ну что, что нам дали в школе? Адриан, конечно, весь изнылся, потому что что? Потому что ему не дали зай. Ему не дали зай. Диане дали вот в таком вот фолдере, а Адриану дали в пакете. Полина тоже во второй класс она пошла, Полине тоже дали в пакетике. То есть старшеклассников только вот порадовали такой прелестью. Ну, здесь... Понятное дело, какая-то информация, нужно будет заполнить документы. Карандашик с ластиком были. Опять документы. Вау! Китайские. Мы такие лучшие ложи делали. Китайские, блин, много повдали. Лучшие ложи, это каждый день такие делали. Кстати, у Адриана очень крутые учителя попались. Которые были... Да, они были у Дианы, и прям вообще, конечно, это очень-очень круто. Вот, это значит, китайский нам распечатали. Нам дали, типа... А, в общем, вот тут писать, наверное, да? Сейчас Диана покажет. Хоп-хоп. И потом просто так вот. Тогда и чисти. Ну да. Блокнот. Ну, это ты уже купил. Значит, вот такую штуку дали. My share. Две штуки. Это вот то, что по школьной программе идет. Вот это вот нам выдали. У вас тоже в школе такое было? У нас не прям такое, но у мистера И у нас вот такие вот книжки. Толстые. Значит, вот такое дали. Ой, это классная вот эта вот математика. Вечно математика вот такая вот. А, все. Все, вот эту математику только нам еще дали. Вот такие толстенные математики в школе. Это вообще просто, просто пристрелиться можно. Но... Да, и вот, кстати, они тоже в прошлом году закончили всю и начали уже первые уроки вот из этого делать. Так что они тоже за год вот это все изучили. Вот это вот все. Хо-хо. Так, это Адриана. Сейчас покажем, что у Дианы. Сейчас это уберу, чтобы не перепутать. На этой бумажке, да, которую я отложила, здесь расписание. Да, расписание только на неделю, до 4 сентября. Первая неделя. И вот смотрите, занятия по полчаса. Да? 9:45, 10:15. И... Ой, смотрите, сразу, да? 10:15, 10:45. Короче, мы будем сидеть целый час сразу. У нас будет и английский, и китайский сразу же. Вот, так что расписание есть. И мое полезли. Это снежок. Снежок, она его уже назвала снежком. Это да, от нового учителя. Диана сказала, что она у них была уже, это учитель. Ну, то есть это не новый приглашенный учитель, а учитель, который уже был. Значит, здесь у нас маркер, карандаш, клей, ластик, точилка, ручка. Ручка. Вот такой пакетик дали. Значит, вот такая вот... Такая папочка. Тоже, наверное, со всякой. Это наше расписание. Это наше расписание. С 8 утра до 2:10. Ну, то есть, ровно столько же, сколько учились и в школе. Ну, то есть, мы всегда... Каждый день детей привозили, занятия у них начинались в 8 часов. Забирали мы детей в 2:10 и по средам в 12:10.
здесь же, как мы видим, все, халява закончилась. Ну, тут тоже какая-то штука. Вот они, все эти ссылки на зумы, видимо. Тоже на неделю. Да, тоже зум. А, это скуластик, это книжечки можно заказывать такие. Да? Нет? О, нет, что-то другое. И что? И вот это тоже тут whiteboard. И это для чего? Тоже для китайского наверняка, да? Ну да, что я торможу-то на китайском же написано. Хорошо. В общем, да, для китайского тоже распечатали ему вот такую стопочку. Весело будет, что я скажу. С 8 утра до 2-10 сидеть в онлайне. Да вообще никаких вопросов. То есть детям в приставку играть долго нельзя, мультики смотреть долго нельзя, а учиться с 8 до 2 часов. Да, это можно, это легко что-то. Значит, одна тетрадка, вторая тетрадка для китайского, как мы видим, наклеена. Здесь Government Action. Ты нашла ее? Да. Ну, тоже какие-то такие вот познавательные штуки. Я не состояла. Где? Вот это. Вот это твой учитель теперь, да? Да? Вот. Вот она. Я порисую. Интересно, а китайский учитель кто будет? С кем меняетесь вы классами? Очень интересно. Так, еще одна книжечка. У нас вентилятор просто дует жарко очень. Что тут у меня улетает? А, ну это этот... Читает, да? О, Питер Пен. Питер Пен, как раз. Так мы же Питер Пен. Ну вы опять, вы там просто закончили, и они продолжили с этого, с нового учебного года. Nature. Так все красивенько. Блин, что в моем детстве-то такого не было? Мне кажется, я с таким бы удовольствием учила, вот с такими вот картинками. Это же так классно. Диана, ты просто не училась в нашей школе, в наше время. Сейчас наверняка тоже все очень интересненько. Вот, но... Так, информация, информация. Сейчас, блин. Так. Так, это что? Это кто? Lesson one. Диана, это что? А, это новые слова учить. Да? Это уроки. Хотелось бы вместе учить. Develop. Complete. Benefit. Вот это не знаю. Dismay. Dismay. Что такое Dismay? В общем. В общем. Звонят Диане. Девчонки созваниваются. В общем, с этими словами составлять всякие там предложения, сочинения, всякое такое. Мы вот точно так же учимся в ESL школе. Вот положи этого снежка сюда. Он хорошо держит листики. Снежок. Математика, кстати, в другом формате. Это уже заколка там. У Адриана в горизонтальном положении, а здесь, видите, в вертикальном положении математика. И вот такая вот толстенная книга. В прошлом году у нас была точно такая же книжка. И вот они вот по такому вот они учатся. И вот это у них прям с самого первого класса они учатся вот по этим книгам. То есть для каждого... Даже стики из киндергардена. Да. Для каждого уровня есть, ну, соответственно, вот эта вот математика. Я не знаю, продаются они или не продаются. Может, кому полезна будет информация. Я вот вам показываю здесь вот эти номерочки. Это сайт. Ну, собственно говоря, здесь написано, что четвертый, да, что это четвертый класс. В общем, будет весело. Ладно, все. Всем пока-пока, наверное.